Вот он, Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова. Старейший театр Восточной Сибири. Сначала в Иркутске были любительские спектакли, которые ставили в частных домах и учебных заведениях. Театр профессионально начал работу, когда странствующая труппа актеров осела в Иркутске. В 1897 году труппа переехала в каменное здание. Новый театр поражал не только своей богатой отделкой, но и совершенной акустикой зрительного зала. Драматический театр часто опирается на культурное наследие своих земляков – Вампилова, Распутина и других. Своими талантами драмтеатр известен на всю страну. Так актер, сыгравший Мюллера. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Одну из главных ролей в фильме «17 мгновений весны» Леонид Броневой служил в иркутской драме. А Леонид Гайдай, режиссер фильмов «Операция И», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница». Учился в студии при театре имени Охлопкова. Путешествуй по Иркутску с поля зрения!